Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, вы смотрите «Самарские новости спорта». Традиционный зимний турнир «Мемориал ветеранов футбольного клуба «Крыльев Советов» в этом году собрал на стадионе «Металлург» 7 команд. Футболистам за 35. Все они когда-то прошли школу «Крыльев». В разные годы играли за детские, молодежные команды и даже за команду мастеров. Сегодня некоторые уже пенсионеры, но продолжают гонять мяч по газону. Ветеранское движение в городе Самара, оно развивается, и оно для всех людей, которые играют в футбол, значимо, это 100%. Первый турнир «Мемориал Крыльев Советов» прошел в 90-е, носил имя мастера спорта СССР Геннадия Широчкина. Прошлогодний обладатель кубка, клуб «Волжский», в этом году занял только 3-е место. В футболе команда уже больше 30 лет, за это время 5 раз становилась обладателем этого трофея. Состав у нас несколько изменился, обновился. Вот. Ну а так, в принципе, 70% костяка осталось. В последней игре турнира соревнования проходили по круговой системе. Команда «Металл» победила команду «Мир». Тем не менее, железной команде в итоге не повезло. 2-е место. Хотя и турнирная статистика была в пользу «Металла». 6 игр мы сыграли, ни одного поражения, всего 1 пропущенный мяч, 3 ничьих. То есть, в принципе, мы довольны результатом. Где-то было и за первое можно побороться. Но, в принципе, я думаю, результат закономерен. То есть то место наиграли мы, на 2-е место справедливо. В этом году «Мемориал ветеранов Крыльев Советов» в упорной борьбе выиграли ветераны Крыльев Советов. Футболисты признаются, взять кубок клуба – это дело чести. И у каждого свой секрет чемпиона. В раздевалке настрой, ну, настрой – такая штука, знаете, она индивидуальная, да. Мы собираемся, смеемся, там разные истории там рассказываем, да, но тем не менее каждый, видно, что каждый настраивается на игру. Зимним турниром соревнования ветеранов футбола не заканчиваются. Впереди летний чемпионат города. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!